Всем привет! Кошка-мышка на солнышке здесь, а рыженький, вон он где. Рыженький коробочник у нас лежит в коробочке. Да, все уже в домике они не хотят жить. Потому что солнышко-то их пригревает, да? Пригревает вас солнышко-то, да? Хотим жить теперь по коробкам. По коробкам. Рыжуль, ну? Ну ты че мой хороший такой? Смотрите. Ну, Рыжко. Ну ты молодец. У нас коробочный кот. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой дурной коробочник у нас. Да. Ну ладно, тебя тревожить не хочется. Да. Кышка-мышка. Ну что, ты отдала ему коробку, что ли? Посмотри-ка. Вон он, понюхайтесь. Вот какие вы. Молодцы у нас. Че, сушничка подсыпать вам? Сейчас подсыпем вам сушничка. Ну-ка, покажи брюхо. Где твой пупок прооперированный? Зажил уже? Ну, зажил хорошо. Нет, Рыжко мне нравится такой. Такая довольная моська. Балдеет, лежит и балдеет. Ну, балдеет. Так, жучка, вылезай, показывай на наше обрушение. У нас произошел обрушение, сход лавины, да? Сход лавины. Во, насыпало здесь у нас, представляете? Вот отсюда вот все упало. Так вот, бам! Да, жучка, скажи. А я в домике сплю, и вдруг бабах! Вон, засыпало жучкин домик льдыхами. Ну че, улегся? У нас вон уже до травки кое-где. Кое-где до травки растаяло. Жуч, ну ты че, мой хорошенький? Ну ты, ты такой хорошенький у нас. Ай, ты кто такой хорошенький, Жуч? Давай, иди вон, бери лопату, сейчас будем... Ну что ж, ты сейчас вся грязный будешь уже скоро. И будешь меня ногами пихать. Да, вот эта вот льдыха держится у нас на водостоке. Поэтому она не собирается под тебя. Вот отсюда вот у меня водостока нет. И он бабахнулся. Пойдем, нам надо открывать гусей. Рыжего нет, кстати. Вот так вот в коробочке полежал и все. Рыжего нет. А я тут только вышел, только дверь открыл. И у меня кошка-мышка шмыркнул. Давай, иди. Шмыркнул и все. Не хочет выходить из дома. Дела там какие-то делает, нюхает, все, да? Нюхает, иди сюда. Иди. Иди, мой хорошенький, иди. Да, да. Ну, что мякаешь? Вот так вот. Мякает все. Пойдем откроем гусей. Пойдем, мой хороший жучок. Не брешите. Да, у нас вот тут вот уже, видите, зеленая травка местами. То есть, в принципе, растаяла. Вот тут вот мы в том году песок подсыпали в низины. Я надеюсь, тут все у нас прорастет землицей. Все землицей прорастет. Ну а здесь у нас. Здесь у нас просто Альпы снеговые. Тут на крыше уже совсем немножечко снега осталось. Кстати, снег идет. Вроде плюс, но снег идет. Ну что, ку-ку-кошечки? Ку-ку-кошечки, выходите. Вот и Лиска, вот они все. Бар-бар-бар. Бар-бар-бар-бар-бар. Идите сюда. Идите. Идите. Че вы там тусить? Идите сюда. Да, давай. Обстучи все крылья об теплицу. Поломай теплицу, крылья себе поломай. Давай. Давай. Кисулька, ты че? Вон кошка-мышка. Ну? Ну че, мой хороший? Так, а что тут у нас? Столбы-то как-то неровно стоят. Смотрите. Их чуть-чуть повело. Их чуть-чуть повело. Но я думаю, они сейчас это на место должны встать. Что гогочите, гоготулечки? Че гогочите? Все, сейчас вам зерна насыплю. Идите купайтесь. Вон там жучок валяется у нас. Жуч, ты че там валяешься? Скажи мне, пожалуйста. Ты че тут валяешься? Че валяешься? Смотри, смотри, смотри. Жуч валяется. Так, ну а вы че? Ну? Все никак весну не встретим, да? Скажи, когда у нас тут травка зацветет, а?
Когда травка уже начнет у нас колоситься? Непонятно когда. Непонятно. Ну ладно. Ну хорошо, мои хорошенькие. Хоть не ругайтесь. Хоть не ругайтесь. Ходит вон шерочка с машерочкой. Да, как-нибудь нам нужно еще раз будет проверить ваш пол. Кто из вас мальчик, кто девочка, да, в прошлый раз. Помните, мы смотрели, но говорят, что у нас ничего не получилось. Вон Лиска, видите, кругаля дает от Ульриха. Ульрих, общипанная спина. Так, вот, ешьте, пейте, занимайтесь сами собой, да. Занимайтесь. Рыжик вот делся с утра, видите, лежал-валялся в коробочке, а потом куда-то делся. Снежок пошел немножечко. Пошел немножечко снежок. Вот они, бандиты, ходят. Да, бандиты уже друг дружку запинали. Уже друг дружку запинали. Вон вам чистой водички целый тазик налил. Идите купать. Видите, снег едят. Идет снег. Ну это хорошо, что они снег едят. Меньше воды им нужно носить будет. Так, кошка-мышка у нас деловая колбасница, да? Деловая колбаска такая вот. Вот она деловая. Да, только дверка открылась, шмырк в дверку, и все, ее не остановить. Все, пошла там. Да, пошла там цветы нюхать, об шкафы тереться. Молодец, я тебе скажу. Молодчинка. Да, ты у нас молодчинка. Молодчинка. Молодчинка, кошка-мышка. Да, ты не пропадешь, я смотрю. Совсем не пропадешь. Совсем. Совсем не пропадешь. Да, вот так вот. Совсем не пропадешь. А, Таня? О, ты царапка уже. Царапка. Видел, как матрос играет? Видел, как пузырик играет твой? Да. И ты тоже можешь немножко поиграть. Рыжий с тобой не играет? Кисуль. Рыженький. А, тоже игрушечка. Надо как-нибудь с тобой попробовать веревочку поиграть какую-нибудь, да. Какую-нибудь веревочку поиграть. Ну, кисуль. Ну, что там жучка брешет? Ну, брешет и брешет. Да, вот видите, дорог вроде у нас почистили, а все равно машины застревают. Ну, на Оке не смогли доехать. Да, к сожалению. Трактор у нас так чистит, что... Все время обычно мне либо сюда привозят вот такие вот. Ну вот вроде здесь нормально почистило, а вот там вот отвратительно. Да, ну ничего не поделать. Вот поэтому доставка к нам и ездит с таким нежеланием. Так, ну что, у жучки здесь немножко прибрались, что свалилось с неба. Немножко прибрались. Кошки! Кошек вообще нету. Кошки все пошли гулять. Интересно, куда кошка-мышка пошла гулять? Это вообще непонятно. Кошка-мышка, ты мой хорошенький. Куда вы все ходите гулять? Все. О, кто там лежит? Кошечка-мышечка. Ты там спрятался, да, мой хорошенький. Вот такой бардак. Видите, давно сюда не заглядывали. Вот такой здесь бардак. Все висит, все валяется. На табуретке тоже никто особо не живет. Да, бардак, рыжего нету. Кошка-мышка одна скучает. Снежок потихонечку убираем. В теплицу, да я думаю, в теплицу пока рано кидать. Все-таки еще не весна. Здесь у нас много мест, откуда можно в теплицу покидать. Да, бармаглотики? Да, мои хорошенькие? Ну, и куда поперли? Куда поперли? Куда поперли, мои хорошенькие? А? Ну, стадо. Ну, ну чего, мой хорошенький? Иди, шейку тебе почешу. Иди шейку почешу. Кому? Ну, Лиска. Лиска самый доброжелательный у нас. Лиска самый доброжелательный, да. Потому что побитый вечно ходит. Да, побитый ходит. Что-то вы клювы свои сточили. У вас на кончике клюва белое что-то. На кончике клюва. Так. Жуть, чё лаешь? Ну, пойдем толкнем тогда. Пойдем толкнем. Вон Ульрих залез на сугроб.
на высокий и оттуда наблюдает. Видите? Вон откуда наблюдение свое ведет. Ульрих все-таки самец, это 100%. Ну, наверное, и лиска тоже самец, если они дерутся друг с другом. Ну вот, Ульрих у них прям вожак-вожак. Наблюдает за всеми. Так. А у нас... Это я из комнаты, видите? Малахитовую шкатулочку помидорки наши. Вон как. Вон какие уже. Уже там. Уже листики появляются. Настоящие. И вот сюда я сегодня досадил. Все-таки вот этот вот сержант Пеппер ждать не стал. Досадил вот такую вот волшебную арфу. Там у меня тоже 5 семян оставалось. Вот сегодня вот посадил сюда остаточки 5 семян. Ну и перец у меня тоже нормально взошел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. 8 перчиков. А мне больше не надо. Мне хватит даже много, наверное, 8. Вот такой вот он желтый будет. Супер урожайный. Ну посмотрим, какой будет. Во всяком случае, какой будет, такой будет. Да, как раз вот ролик. Ролик монтирую. Как раз ролик монтирую для вас. Так, ну а наши кошки, видите, отсутствуют. Все кошки отсутствуют. Давайте тогда Пузырика. О, отсутствующий кот появился. Рыжий появился. А я хотел Пузыря показать. Рыжуль. Ну ладно. Все равно покажем Пузыря. Пузыря мыли, намывали. Мыли, намывали Пузырика нашего. Да? А это кош-мышь. Вот он. О, все в сборе. Ну, отлично, все в сборе. Вот друзья наши, видели, нюхаются как? Да. Наши друзья, друзья-подружки. Да. Ну, ладно, пойдем Пузыря показывать вам. Не кусай. Не кусай. Не кусай. Савелий. Это тебя приготовили к тому, чтобы ты залез в цветок и испачкался в земле. Нет. Сейчас бабушка отъедет, он будет как король спать на бабушкиной кровати. Он и при бабушке спит на бабушкиной кровати, да? А бабушка говорит, не наступайте туда. Да, а почему грязные лапы? А потому что в коридоре грязно. И с грязными лапами я не разрешаю. Первое мытье кота в жизни. Так, котик уже не очень нравится. Да, котик, тебе уже не очень нравится? Тихо, тихо, тихо. Да, я вот так тебя подниму. Как ребеночка. Как маленького ребеночка. Который сегодня цветы пожрал, за синичками поглазел.
Больно. Больно, Савелий, больно. Давай, где твоя мышь? Где твоя мышь? Где твоя мышь? Как ты с мышкой играешь? Котик, играй. Ну, тихо, а то котик спалит и... Как норка. Да что же вы у меня такие хорошенькие. Рыжуль, ты чё? Во, видали? Во. Во. И всё. Кошечка. Это сейчас Анжелка там на втором этаже пока разговаривает, да. По телефончику. Да. А вот она. Раз. Так, холодильничек пометили. Нормально. Холодильничек наш уже будет. Да. Отлично, мы живём-поживаем. Ну-ка. Ну, пойдем, иди-ка сюда, иди-ка. Нет, испугалась? Испугалась? Жучка, это какая-то там... Это кто это такой тут прошмыгнул? Да, это кто это тут прошмыгнул? Незамеченным? Да? Жуч, ну ты че скачешь? Ты весь мокрый. Ты весь мокрый сейчас, Анжелка. Вот, скоро Анжелка будет выходить и ругать тебя за то, что тут свинячишь мне на крыльце. Да, не надо свинячить на крыльце, не нужно, не нужно, не нужно, Жуч, не нужно. Так, ну все, друзья мои, ну все. А, кстати, Леха повар, помните Дусю, да, помните Дусю? Кто-то спрашивает, ну как там Дуся поживает? Так вот, Леха повар теперь с Дусей делает ролики на канале Шок Китчен, какие-то там... Бутерброды Дуся он готовит, да? Давайте посмотрим, что он там приготовил. Переходите на канал Шок Китчен. Ссылочка будет внизу в описании. И посмотрим, что там нам Леха повар с Дусей приготовили. Да? Ну, а мы с вами прощаемся. Да? Давайте, покедова. Увидимся в будущем. До свидания.